Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этом уроке мы с вами создадим контакты, то есть это простая форма обратной связи, которая создается через Joomla. У меня, конечно же, есть уже в бесплатных уроках этот материал, но все же давайте здесь пройдемся еще раз. Переходим в админку нашего сайта, переходим в компоненты, и вот здесь у нас есть контакты. Наводим мышь, и выскакивает еще один список. Мы выбираем категории, потому что сначала надо создать категории. Здесь вот есть категория одна уже, то есть можно создать неограниченное количество категорий, также и контактов. Давайте зайдем внутрь категории, воспользуемся этой же категорией, только переименуем ее. Зову ее контакты, алиас почищу, сохранить, закрыть. Все, переименовали категорию, переходим в контакты и создаем новый контакт. Имя контакта. Напишу контакты. На вкладке «Создать контакт» эти поля вы заполняете по желанию. Единственное поле обязательно, которое у нас здесь заполнить, чтобы контакт приходил к вам на электронную почту, вот здесь поле email, нужно записать тот электронный ящик, куда будут приходить письма со страницы контактов. Email вписали. Дополнительные параметры. Здесь можно дополнительную информацию какую-то написать. Параметры публикации, настройки отображения, категорию можно скрыть, форма отображения, сворачивающиеся списки, вкладки обычные, выставлю обычные. Ну и здесь все, в принципе, на русском языке. Мы нажимаем «Сохранить, закрыть». Контакты мы с вами создали, теперь нужно данные контакты вынести на сайт. Переходим в меню «Майн меню», кликаем «Создать». Кликаем «Выбрать», находим здесь «Контакты» и выбираем «Контакт». Выбор контакта. Выбираем созданные нами только что контакты. Заголовок пункта меню. Выбираем «Контакты». Ну, остальные здесь меню, они уже вам должны быть знакомы. Нажимаем «Сохранить», переходим на сайт. И у нас появляется здесь пункт меню «Контакты». Более детальную информацию о контактах и о том, как, например, менять здесь слова или убирать что-то на свое, смотрите мой бесплатный видеокурс, о котором я вам говорил уже. В принципе, мы с вами контакты создали. На локальном сервере вам на почту не придет уведомление, если вы будете тестировать данную форму. Она будет работать только на хостинге. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем.